Доброе утро, дорогие друзья! С вами Татьяна в моей любимой рубрике «Обнимая весь мир». От всей души поздравляю вас с началом чудесного месяца, месяца апреля. Мне очень хочется знать, что же нас ожидает в этом месяце. Мне очень хочется узнать, что же нас ожидает вообще в целом году и так далее. У кого же спросить, как не у профессионала, который может рассказать об этом? Моя героиня. Великолепная Ирина, практикующий ведический астролог. И именно сегодня она планирует присоединиться ко мне на эфир и рассказать о новостях, которые ожидаются впереди. Как говорится, сейчас идет коридор затмений, и со 2 апреля будет ретро-Меркурий. И мне будет интересно, что же нам делать. Мне будет интересно узнать, какой совет Ирина сможет нам дать в этой ситуации. Поэтому именно в этот сегодняшний день, в день 1 апреля, в этот чудесный, позитивный, великолепный день, будем надеяться, что у нас получится встретиться. Я вижу, что Валерия присоединилась. Привет, дорогая, очень рада. Моя героиня, с которой мы общались на прошлой неделе, которая произвела абсолютный фурор, и до сих пор люди мне пишут, какая же молодец. И я в том числе, что нахожу этих людей, но какая же молодец героиня Валерия, которая мама, да, привет, моя хорошая, мама троих чудесных ребятишек, может находить время для себя и для того, чтобы наслаждаться этой жизнью. Валерия, это смотрится так, что мы с тобой сейчас вдвоем здесь посидим, и даже героиня моя не выйдет, видимо, она немножечко не знает, как подключиться. Сейчас я ее поищу буквально вот здесь, одну секундочку. Она даже не на связи. Включу. Как интересно работает связь. Так, астролог. Ура! Ирина, доброе утро, доброе утро. Или добрый вечер для вас. Спасибо вам огромное, что вы согласились буквально, как это сказать, за 5 минут до эфира выйти в эфир, потому что я совершенно забыла сообщить вам, что в Англии поменяли часы, а у вас этого не произошло, и я уже с таким ужасом об этом вам сообщила. Я рада подписать. Это типичное событие по ретроградному Меркурию. Вот. Правда, он уже готовится к остановке, и так всегда бывает. Ну, это просто классика. Классика, это точно. Ирина, я так рада с вами познакомиться. Я в юности, скажем так, мы все увлекались, мне кажется, астрологией, вот эти вот, как сказать, совместимости, да, партнерства и так далее, но не более того. Мне интересно абсолютно все, и начиная с самого начала, с самого истока. Расскажите немножечко, пожалуйста, о себе, потому что у вас очень интересная биография. Да. Ну, я с детства тоже интересовалась звездами. Мама мне показывала Венеру, Луну показывала. И вообще интересовалась эзотерикой. Лет, наверное, в 25 я стала сама ходить к западному астрологу. Делала натальные карты, делала годовые карты. И все свои события жизненные согласовывала с ней. Потом она мне сказала, лет, наверное, через 7, после того, как я к ней начала ходить, она говорит, ты сама все знаешь. Я тебе сказала, давай учись. И перестала меня принимать. Потом я пришла уже к астрологу на консультацию, когда у меня были сложные события в семье. Мне нужна была какая-то поддержка. Мне нужно было понимание, когда это закончится, чем это закончится. И это было, ну, больше 10 лет назад. Я пришла уже к астрологу Джойтиш. И он мне сказал... Ты должна учиться астрологии. У тебя есть способности, но я была не готова совершенно, потому что у меня была всегда стабильная работа, у меня был всегда доход, зарплата. И вот выйти просто в свободное пространство, и, ну, я не понимала, как так можно, чтобы не иметь официальную зарплату и чтобы не было гарантированных твоих там каких-то денег. Вот, но
обстоятельства сложились так, что все, что он мне предсказал, все случилось точно, дата в дату. И когда случились эти события, неблагоприятные у меня в семье, я пошла к нему, пришла к нему учиться. И потом я четко знала, не знаю откуда, но это какая-то интуиция. Я знала, что мне нужно в Индию. Да. И буквально вот, наверное, я у него года 2-3 проучилась. Астрология — это процесс очень долгий. Изучение может занять всю жизнь, потому что она бесконечна. А где этому обучают астрологию? Вот если я сейчас захотела быть стать астрологом, к кому обращаться, куда? Ой, ну есть много школ различных. Я училась сначала очно в Иркутске, потом я закончила две школы онлайн. Потом вот как раз мы с ним поехали в Индию. Первое путешествие было, второе путешествие по астрологам. И мне один из астрологов сказал: ты должна учиться аюрведе. Я вернулась и еще закончила заочную школу аюрведы. И я продолжаю учиться, потому что техник очень много. Очень много различных школ, очень много различных подходов. И я все время совершенствуюсь, потому что мне интересно. Астрология — это просто жизнь, она такая увлекательная. Каждый день я вижу какие-то подтверждения событий по звездам, по... каждый день Луна меняет стоянку, каждый месяц Солнце транзитирует разных знаков, Меркурий, Венера тоже каждый месяц меняют свои положения, и все время что-то происходит, то есть это настолько живая энергия, она каждый день влияет на нас по-разному, поэтому я продолжаю учиться, и сегодня еще и учу. Да. Вот в 2021 году, да, 3 года назад я открыла школу, то есть у меня начала накапливаться критическая масса учеников, которые, ну просто мои клиенты приходили и говорили: мы хотим у вас учиться, вот у вас есть такая способность хорошо доносить информацию, с вами приятно общаться. Ну я сначала думала, надо мне это, не надо, и в общем в конце концов в 2021 году я открыла школу, сейчас уже 3 года в школе. То есть вы готовите будущих астрологов, да. Это так? Да, интересно. Да. Поэтому если вы хотите учиться астрологии очно, это один вопрос, если онлайн, это другой вопрос. Я поучилась и очно, и онлайн, и так мне хорошо. Но всем по-разному. Вот ко мне приходят люди вживую и говорят, больше приятно общение вживую. То есть тут энергетика Конечно. Другая. Тут, ну, как-то больше информации, может быть, заходит. И у всех разный уровень восприятия. Вам уже пора организовывать ретриты, например, в Индии и собирать своих будущих учеников. Вот это было здорово. Я знаю, что Индия занимает особенное место в вашем сердце. Да, так Индия — это и есть родина вот этой вот ведической астрологии Джойтиш. И там все пронизано. Эта астрология — это очень духовная страна. И я когда туда попадаю, я прям чувствую вот эту вот очень сильную духовную энергию. Несмотря на то, что многие говорят: о, Индия грязная, ой, там фу-фу-фу, не поедут, ничего подобного. Вы знаете, я ни разу не была в Индии, и мне очень хотелось бы спросить у вас с точки зрения любителя путешественника, скажем так, но человека, который интересуется культурой, но ни разу там не была. И вот что-то меня останавливает. Я разговаривала буквально недавно, что я могу туда поехать как волонтёра. Может быть, вы что-то посоветуете, куда можно человеку, обожающему Индию, приехать, может быть, даже поучиться астрологии и так далее. Вот с чего начать? С чего начать? Для начала, чтобы сильно не шокироваться, лучше поехать. Вот место, где я была сейчас, это самый юг Индии, это Кавалам, штат Керала, это родина аюрведы и панчакармы. Вот там учат и делают полную перезагрузку организма. То есть у меня уже тоже пришел такой возраст, когда нужно было почистить тело, перезагрузиться. Я занималась там йогой, я ездила с группой йогов и училась дыханию, пранаяме.
Я очень давно хотела, и вот наконец-то у меня появилась возможность. Я целый год ждала этого путешествия. Вот, этот юг, он не такой, это, можно сказать, европейский курорт. Он, вход в Индию будет очень мягким. Потому что на самом деле там есть, конечно, шокирующие какие-то места. И вот первые два паломничества, которые у меня были в 17-м и в 19-м году, они именно по таким местам, где нужно ходить босиком вокруг храмов, а босиком ты идешь не по чистой, не по зеленой траве, где все смешано. Коровы, собаки, на улице, и мотоциклисты, и машины, и автобусы. И все это, ну, немножко пугает европейского человека, который не привык вот, вот к такому. А правда ли, что в церквях, находят, в храмах находятся, они уважают крысы даже? Да. Есть, да? Там все смешано. Там вороны, там обезьяны, которые тут же выхватывают у тебя все, что есть. Снимают там... шапочки, сережки вынимают, да, там, и вот, вот эта вот смесь всего, и духовности, и вот этих вот каких-то, ну, необычных знаков тоже. И вокруг храмов там очень много больных, да. И вот, ну, да, поэтому сначала это шокирует. Очень много больных, как мне объяснили, это, ну, вот люди лечатся там через близость с храмом. И там, я говорю, что там такая смесь: собаки, коровы, люди, и вот, вот это вот все. И там паломничество в храмы. Очень-очень много народу. И когда ты попадаешь вот в этот вот поток, который тебя просто несет, ну, немножко непривычно, немножко страшновато. И вот у нас было первое паломничество, мы поднимались там сколько, ну, какое-то 8 тысяч шагов, в общем, сколько-то много километров, мы поднимались босиком там с 4 утра, и вот в этой толпе индусов, религиозных, духовных, и мы прям держались за руки. Ну, так было немножко. Немножко... Ощущение нереально абсолютно, правда? Вот это вот просто нужно поверить. Да, да, но зато потом, вот после того, как ты совершил это паломничество, это восхождение, приходят такие, ну, необыкновенные ощущения. Необыкновенные. Но вы уже 3 раза, если я не ошибаюсь, были в Индии, вот именно вот на паломничество. Да, вот, вот я сейчас как раз вернулась... Вернулась 3-й раз, и я точно знаю, что мне нужно ездить туда каждый год. Ну вот, на перезагрузку организма точно. На панчакарму я хочу еще учиться аюрведе, потому что знание о здоровье, в соответствии, жить в соответствии с ритмами природными, весна, осень, лето, зима, организм работает все время по-разному. И мы накапливаем за зиму определенную энергию, которую нужно весной скидывать, а мы это не умеем. То есть мы привыкли кушать всегда на завтрак, допустим, там, творог, и так и кушаем. А зимой и весной нельзя. Как интересно. Вы упомянули, что сейчас идет коридор затмений, и со 2 апреля будет ретро-Меркурий. Так вот вопрос такой, что же нам делать? Дайте нам совет, пожалуйста. Это был вопрос от слушателя. Я даже записала, очень хороший вопрос. Ну да, конечно. Ну, смотрите, однозначно нельзя пугаться, это не нужно этого делать, потому что коридоры затмений, они проходят в среднем 2 раза в год. Бывает 3 раза в год, но это редко. Для чего нужен коридор затмений? Это перезагрузка энергии. Точно так же, как я сейчас говорила про перезагрузку тела, это перезагрузка ума. И вот в момент затмения... Затмение Солнца, затмение Луны — это наше светило, Солнце и Луна. Это наш разум и наше сердце. И происходит ну, затмение разума, можно сказать. Поэтому новых дел никаких начинать не стоит. Так. Старое продолжать можно, но вот... и то же самое касается ретроградного Меркурия. Какие-то новые договоры, новые поездки, новые путешествия. И тут вот совпадает и коридор затмений, и с ретроградным Меркурием. И нужно немножко остановиться, послушать себя, послушать свое сердце и, наверное, не торопиться для принятия каких-то новых решений. Плюс
Очень важно ни с кем не конфликтовать. Могут раздражать близкие, могут раздражать партнера, могут раздражать там на работе, руководство. Но эмоциональный фон, он очень повышен. Затмение солнца действует больше всего на мужчин. И вот ближайшее как раз будет 8 апреля, через неделю. Так. Солнце — это мужская планета. Поэтому ну, на эмоциональном уровне... Я запишу. Запишу. Да. На эмоциональном уровне может быть энергетические ну, взрывы какие-то эмоциональные. На физическом уровне солнце связано с сердцем, то есть у людей старшего возраста могут быть ну, давление, влияет солнце на сосуды, на сердце, поэтому в этот день, особенно вот 8-го, в Иркутске это будет с 8 на 9 в ночь, Москва это будет вечер 8 апреля. Желательно никуда не ходить, не попадать вот в какие-то там компании. Так. Особенно запрещены алкоголь, сильнодействующие вещества. То есть в тишине, в спокойствии, в медитации провести этот день. А еще рекомендуется перед затмением очистить квартиру. Так. И после затмения тоже. Потому что считается, что вот это вот негатив, энергия затмения, она действует и на окружающую нас среду. Очень раскрытый вопрос, спасибо большое, очень понравился. Я еще увидела у вас в блоге, что вы выставили календарь красоты на месяц апрель и лунный календарь огородника, так что я советую всем, да, зайти к вам на страничку и обязательно взять все на заметку. Еще один вопрос. Астрология не является научно доказанным методом, и мнение об астрологии расходится. Сталкивались ли вы с негативными высказываниями, и как вы боролись с этим? Никак. Не боролась и не сталкивалась. Знаете, так. Мои родители говорили, что... Ну да, они были научного склада ума, и... ну, в общем, мама говорила... Это не наука, астрология, это что-то, ну, больше связь с космосом, да, и это действительно энергия, которую мы не можем осязать, но она на нас влияет. Вот, поэтому негативных, критических высказываний я не слышала, правда. Ко мне приходят люди, наверное, которые притягиваются именно моей энергетикой, и то, что я им говорю, отвечает их ожиданиям. Поэтому... Ну, я, конечно же, я читала, я слышала, есть много критических высказываний. Ну, ладно, то есть каждый живет в своей парадигме. Вы очень позитивны, мне это нравится. Мы не обязаны подстраиваться ни под кого. Согласна. Мы живем так, как мы чувствуем. И я живу в гармонии со Вселенной, в гармонии с собой, с головой со своей, поэтому... Я вижу эти проявления астрологические, как они на нас влияют, и я этому очень радуюсь всегда. Да, вы говорите, какая разница, какие у нас сейчас проблемы и какие будут еще? У тебя есть я, а у меня есть ты. Остальное купим, заработаем. Главное не потерять друг друга. Откуда у вас в эта вера в добро и позитив? Вы меня очень зацепили своим теплом. Но у меня так планеты встали. Такая натальная карта, да. То есть есть у меня энергетика. Юпитер. Сильный Юпитер. Юпитер — это мудрость, духовность, вера. То есть он, ну и тоже он с преподаванием связан. И вот он дает позитив и дает веру в то, что все будет хорошо. И когда ты живешь с убеждением, что все будет хорошо, и все события, которые происходят в нашей жизни, неважно, в коридор затмений, или в ретроградный Меркурий, или в ретроградную Венеру, они все равно все к лучшему, они делают тебя сильнее, мудрее, Сатурн особенно, вот он прокачивает. Это есть период Садисати, который у каждого бывает раз в 30 лет, и идет он 7,5 лет. И вот этот вот период, он прям человека оттачивает, как алмаз, заставляет его быть мудрее, дисциплинированнее, принимать все, что приходит в твою жизнь. Все, тогда все хорошо, когда ты знаешь, что все правильно происходит в этой жизни, что все
во благо. Великолепно. Вы упомянули натальные карты, да? И если не ошибаюсь, вы сделали, вы разбирали натальную карту принцессы Дианы. А разбирали ли вы натальные карты для других королевских особ? И какие аспекты натальной карты считаются наиболее важными при определении личности и судьбы человека? Да, мы вот недавно в школе мы разбирали принца Вильяма и разбирали его жену Кэтрин. Mm. Да, она пропала, мне стало интересно, действительно, куда же она пропала и как отражается у нее это в натальной карте. Вот этот наш космический паспорт, который дан нам в момент рождения, он просто показывает все, он показывает потенциал всем событиям в жизни и по периодам. И вот как раз у Кэтрин, вот то, что я помню, потому что свежее совсем недавно разбирали, у нее прям королевская, во-первых, лагна лев, королевский знак, во-вторых, у нее накшатры, звезды ее королевские, но у нее есть, к сожалению, указание на проблемы со здоровьем. И вот как раз у нее в декабре там был Марс, по-моему, поврежден Солнцем, ну, что-то там сожжен. И как раз в декабре пришел неблагоприятный период. И вот это вот совпало с операцией. Я, конечно, всегда первое, что влияет на человека, это его лагна, куда попадает она. Потому что в течение суток она может попасть в любой из 12 знаков зодиака. Вот, но лагна, она определяет наши, ну, нашу личность, наши таланты, наши способности. Потом главная наша планета — это Лагнеш, это планета, которая управляет нашей личностью. Вот у принцессы Дианы... Нет, у принцессы Дианы — это Марс, а вот у Кэтрин — это Солнце. А у Вильяма я, честно сказать, не помню. Надо смотреть. Это вы все узнали по дате их рождения? По дате, да? И по времени. Как? И по времени тоже. А время очень... Время. А если не знаешь время, можно ли Нужно сделать ректификацию. Есть такая техника уточнения времени рождения по событиям, ага, жизненным. То есть у меня есть такая анкета большая из 20 вопросов. И, ну, это долго, конечно, подбирать лагну, но все возможно. То есть я делаю эту ректификацию. Вот. И еще важно положение Солнца и положение Луны. И всего на нас воздействует 7 планет и 2 кармических узла. Вот один показывает прошлую жизнь, а второй кармический узел показывает задачи на эту жизнь. И Солнце — это наша душа, Луна — это наш ум, ментал. То есть это то, как мы чувствуем, как мы реагируем на какие-то ситуации. И вот все эти планеты, они стоят в каких-то звездах. Эти звезды влияют на нас каждую минуту, каждый день, каждый час и каждый период. И нам выделены вот этой вот нашей натальной карты периоды для, ну, для совершения. Допустим, период Венеры, он всегда для брака, для партнерских отношений, ну, у кого-то, для бизнеса, для рождения детей. Период Солнца для того, чтобы стать в профессии кем-то, чтобы создать свой бизнес. Период Меркурия для того, чтобы учиться, ну и так далее. То есть наша жизнь изначально, в момент рождения, она расписана на периоды, и в соответствии с ними мы живем. Как интересно. Вы сейчас вот только что упомянули про партнерские отношения. А если два партнера, которые никогда не проверяли свою совместимость по знакам зодиака и так далее, и вдруг кто-то из них приходит к астрологу и... К примеру, они несовместимы. Что делать? Приживаться или пугаться, или, я не знаю, какой way forward, как сказать? Как вперед? Или не обращать внимания, бежать дальше? Очень интересный вопрос, потому что вот как раз у меня несовместимость с моим мужем, абсолютно несовместимость, да. И причем я знала, изначально я знала, что у нас по астрологии нет совместимости. Но дело в том, что нам наши партнеры даются для того, чтобы исправить какие-то качества в нас же, чтобы мы стали через этих партнеров мудрее, лучше, сильнее, скажем так. Очень мудро, очень мудро, здорово. И да, подстроиться можно,
Но если у тебя есть карма в карте, допустим, Марс в доме брака стоит, то ты в любом случае разведешься. Но если у партнера Марс точно так же расположен, это куджа-доша, в ведической астрологии так называется, вообще раньше, в древние-древние времена считалось, что если это куджа-доша, Марс влияет на дом брака, значит, муж погибнет на войне. И даже был такой обряд в Индии. Девушку выдавали сначала замуж за дерево, а потом она уже выходила замуж за мужчину, а дерево это спиливали. Такой интересный был обряд. Вот, поэтому, когда я вижу в карте эту куджа-дошу, я говорю, да, будет развод. Если это первый брак, то ну, не держитесь за него. Если тяжело, если невозможно, так уйдите и найдите себе мужчину более комфортного, более подходящего. Но если это уже второй, третий брак, и вот так вот все не получается, я смотрю совместимость, и если она хоть какая-то есть, то я рекомендую эти отношения продолжать. Да еще очень интересно, есть периоды, когда мы выходим замуж в иллюзии. Период Раху-Венера, это просто классика, или Венера-Раху. У нас розовые очки, мы видим только самое прекрасное в партнере. Мы спокойно выходим замуж, потом, когда этот период заканчивается, все, розовые очки спадают, и мы видим совершенно другого человека. Угу. Что делать? Что делать, да, для этого существуют профессионалы, как вы. Да, да. Для этого я смотрю совместимость, и я всегда ну, пытаюсь найти точки соприкосновения, и, может быть, где-то можно проработать. Вот когда пара идет к психологу с какими-то проблемами, психолог дает им там рекомендации. И я тоже вижу, допустим, если нет, ну, если несовместимость по Меркурию, то есть пара просто не разговаривает, у них нет интересов общих, я рекомендую найти что-то общее, какие-то интересы. Но если несовместимость по Венере, это более сложная ситуация, то есть люди наслаждаются просто разными вещами, и они, ну, они не могут вот эту точку соприкосновения по Венере найти. То есть я смотрю звезды, я рекомендую, как гармонизировать Венеру у обоих или у кого-то из партнеров. Вот. Но они начинают работать. Бывали случаи, конечно, когда налаживались отношения. Бывали. Все зависит от периода. Бывает вот как раз в коридор затмений. Или когда Венера поражена, мы прям видим, что в партнере один негатив. Но как только Венера выходит из поражения, все сразу же точка зрения меняется. Пелена спадает, и мы уже не видим этот негатив. То есть все время эти энергии планетарные, они влияют на нас каждый день, каждый час. И главное не наделать глупости вот именно вот в такие периоды, как сейчас, коридор затмения. И, кстати, сегодня еще Венера перешла в знак экзальтации. Она будет там до 24 апреля. Что такое экзальтация Венера? Это мы ощущаем как раз эйфорию. И она там еще соединилась с кармическим узлом Раху. Вот здесь можно влюбиться без оглядки. Здесь можно... Вот как раз вот эта вот пелена некая. То есть мы видим только хорошее, мы видим только прекрасное качество. Поэтому влюбиться можно, но лучше по-серьезному посмотреть на эти отношения уже после 24 апреля, там, где-то в начале мая. Май будет очень благоприятным. Скажу сразу же, апрель он такой. Подготовка. Апрель он... к благоприятному маю. Да, да, да. Да, да. Я вижу, что у нас подключились несколько человек, я благодарна им. А вот как раз сейчас говоря, что нас будет ждать и так далее, что бы вы пожелали нашим слушателям и тем, кто будет смотреть это в записи в эфир? Что я хочу пожелать? Самое главное, наверное, спокойствие, гармонии в душе, никуда не торопиться. Все приходит в свое время. И в своем месте, в нужное время, в нужном месте. Поэтому не принимайте сейчас каких-то поспешных решений, вот особенно апрель. И не тревожиться, не переживать. Меньше смотреть телевизор. Больше, наверное, я рекомендую духовные практики сейчас всем, потому что апрель будет горячим. И чтобы вот не впадать в какие-то негативные энергии, рекомендую йогу,
которая со мной вот 10 лет уже, рекомендую пранаяму, которой я научилась вот совсем-совсем недавно, и медитацию. Великолепный совет. Прежде чем мы попрощаемся, я вынуждена задать этот вопрос. Это был очень хороший, потому что волнует это всех. Но я прямо вот прочитаю, как было написано. Когда закончится этот трындец во всем мире? Сможете ли вы ответить на этот вопрос? Вот вам уже пишут. Благодарю за чудесные знания. Что делать в период Венеры? Еще спрашивали. Да-да-да. Давайте так. Значит, когда закончится этот трындец? Этот трындец связан с активным знаком Овен. Овен – война. Овен раздувает пожар. Сейчас там стоит Юпитер. Юпитер выйдет оттуда 1 мая вот этого 24 года. Но его еще продолжает аспектировать Раху и Сатурн. Раху выйдет в середине и Сатурн в середине следующего года, 25-го. Поэтому не очень благоприятные прогнозы до середины 25-го года. Дальше, я думаю, что все уже будет хорошо. Но уже, когда Юпитер вот в мае этого года выйдет из Овна, уже будут тенденции к лучшему. Это однозначно. Слава Богу. Теперь что делать в период Венеры? Венера связана с творчеством, Венера связана с красотой. Нам, девушкам, сейчас, в этот период, нужно все для себя самое-самое лучшее, то, о чем мы мечтали. Можно покупать красивые вещи, можно менять прически, менять цвет волос, можно идти к косметологу, делать что-то с собой, какую-то красоту создавать. Вот. Ну и в целом, так как Венера связана с творчеством, то сейчас все творческие проекты, они получают просто фору. Можно начинать все, что с камнями связано, не знаю, там... Кстати, Вы упоминали про силу украшений. Вот расскажите нам, в чем вот эта сила и так далее. Вот вы сейчас говорите о красоте и так далее. Да, да, камни, натуральные камни или полудрагоценные камни, они влияют на нас. Вот смотрите, сегодня день Луны. Луна — это жемчуг. Вот я в белом цвете, Луна любит белый цвет, и вы, кстати, тоже. Я тоже, да, интуитивно. И я ношу жемчуг. То есть камни очень сильно на нас влияют. Завтра день Марса, благоприятно носить коралл. И вообще работа с камнями и ношение камней, оно очень сильно нашу энергетику поднимает, усиливает, гармонизирует. Поэтому вот, я еще немножко занимаюсь созданием каких-то красивых вещей из камней. Хотели бы посмотреть, жалко об этом мы не обсуждали, я бы попросила вас сейчас показать, но я не знаю, если не готовы, ничего страшного, мы увидим у вас в блоге. Есть у меня. Блоги есть, да? Есть. Великолепно. Как было интересно, я еще хочу спросить, если у кого-то есть вопросы, задайте, пожалуйста, вопросы. И что бы еще бы вы хотели добавить? Может быть, о чем-то мы сейчас не упомянули, потому что эта тема очень интересная, и за один буквально, я не знаю, разговор ее не раскрыть, согласитесь. Это точно, абсолютно. Да. Я говорю, что астрология настолько многогранна, и она влияет на нас все время. То есть вот эти вот бесконечные изменения планетарных энергий, нужно под них подстраиваться. Я рекомендую просто жить в гармонии с собой, со своими ритмами. И вот духовные практики. Очень важно. Вот об этом мы и подумаем, об этом мы и на этом мы и закончим. Почему? Потому что я бы очень хотела, чтобы вы поделились своими деталями, как обратиться к вам, если бы люди захотели бы поучиться у вас или получить прогноз, скажем, на следующий месяц, на свою жизнь, на и так далее. Где вас искать? У меня есть телеграм-канал. У меня есть вот Инстаграм. Я 24 часа в сутки работаю. Мне все время пишут люди. Я очень люблю работать. И астрология — это просто моя жизнь. Поэтому есть телефон. Все контакты есть в моем блоге. Отлично. Мы сейчас, Ирина, еще один вопрос поступил. Не знаю, зачитаю его правильно или нет. Я поняла. Да. Как выйти замуж, когда влияет куджа-доша? Очень легко. Нужно найти себе партнера с такой же куджа-дошей.
И у вас будут просто страстные отношения. Вы поругаетесь, потом помиритесь. Вот когда у обоих Марс влияет на дом брака, это просто итальянская семья. Ну, такие семьи есть, и они прекрасно живут. Великолепный ответ. Значит, есть надежда для всех, да? Конечно, да. Конечно. Да. И вы, буквально прежде чем как закончить, вы сказали, что у вас несовместимость с мужем. Мне очень понравилось, когда вы рассказывали, у вас у мужа очень серьезная профессия, и он абсолютно очаровался такой воздушной, красивой, чудесной женщиной, как вы. Вот вам говорят, благодарю, и благодарю за эфир, за нашу беседу. И мы, как сказать, немножечко обе волновались. Почему? Потому что эта тема не раскрыта. Мне очень хотелось бы, чтобы люди, посмотрев в записи, обратились к вам за вашим будущим советом. И спасибо вам большое за теплые пожелания всем нашим слушательницам. И дай Бог вам более частых, более качественных поездок в Индию, в свою любимую страну. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо огромное. Очень приятно было пообщаться с вами. Очень. Спасибо. Спасибо, спасибо, мой хороший. Я сохраню эфир и обязательно в комментариях можете написать. Чудесный эфир. Благодарю вас, девочки. Спасибо вам огромное, что нас слушали. Да. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо за эфир. Спасибо.